Ну что же, дорогие друзья, последние 45 минут 16-го тура матча Ростов-Уфа. Нули на табло, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. И сейчас будут продолжать бороться. Пауревич. Слай. Слай прокидывает мяч себе на ход. И навес, навес должен быть. Ну, Слай, ну, Слай. Вот она, перекладина. В первом тайме ударище нанес кто-то из футболистов Уфы. Снова попадается ногой у Марсиньо. Теряет мяч. Засеев. Пас направо. Стоцкий отпустил далеко мяч. Так, что это такое? С игроками у меня. Так, вот. Вы что-то не слушались они у меня. Азмун потерял мяч. Пошла атака Уфы. Левым краем. Так, забегание. Подача будет. Да. А Джанаев кулаками выносит этот мяч из штрафной. Полос мячом. Полос. Полос мчится к воротам соперника. Яховцов отбирает на него мяч. Конечно, было тяжело одному бороться. Так, нужно отбиться. Новосельцев. Баштуш. Канга в центр, на Новуа, вперед, Азмун. Пас на Полоза не вышел, засев, перехват. Слай. Так, левым краем пытаются снова футболисты Уфы распечатать ворота. Джанаева, Баштуш выносит мяч в аут. 60 минут матча позади. Полчаса осталось. 0-0. Есть время, чтобы забить мяч и выиграть у любой из команд. Стоцкий. Стоцкий. Так. Левым краем. Опять левым краем. Через Слая футболисты Уфы проводят свои атаки. Слай не смог обработать мяч, и он улетел за боковую линию. Форбс из-за боковой вбрасывает. Новуа. Пас в центр. Так, Новосельцев. На Могилевца. Полос. Азмун. Так. Могилевец. Азмун. Эх, Пауревич, хорош как, а. Так, Сесар Навас. На Азмуна. Полас. Полас. Штрафной бить. Юрченко. Гол! Есть у Полоза нога, есть у Полоза и голова. Выходит вперед Ростов. В концовке матча. Юрченко в этом эпизоде уже был бессилен, так как был отыгран первым ударом Полоза. Но есть еще, есть 20 минут, чтобы отыграть у Уфе. Но есть 20 минут у Ростова, чтобы забить второй мяч и снять все вопросы о победителе в сегодняшнем матче. Сухов ошибается с передачей. Могилевец. Полос. Сухов. Вперед, но только в аут.
Так, Терентьев из-за боковой, Могилевец. Пас на Терентьева. Полас. Развернулся. И пас на Азмуна. Бил Азмун. Так, еще не закончилась атака. А вот уже все. Теперь нет. Снова вот подхватил мяч. Вперед на Полоза. Азмун отбирает Кацалапов, у него мяч. Ну что же, будет контратака Уфы? Нет. Нет, не идут. Не бегут. Стоцкий. Вот сейчас пошла атака Уфы, но... Джанаев. Конечно, властелин своих владений. Баштус направо. Форс. Пас вперед на Канга. Канга. Азмун. И... Флай прерывает всю эту атаку Ростова. 10 минут до конца матча. 1-0 выигрывает Ростов. Канга. Пас направо. Форс. Вперед передача. Азмун. А Кацалапов его оттер. Отмеча... О, Азмунчик! Азмунчик, давай! Ну что за удар, Азмун? Устал уже. 5 минут до конца матча. 1-0 Ростов. Ведет Уфы. Так, длинный заброс. Поури. Так, ошибка в передаче. Ноба. Полас. Кацалапов. Слай. Последняя возможность у Уфы забить мяч. Пауревич. Бежит по левому флангу. По левому флангу сегодня все атаки Уфы проходят. Так. Ух, какой коварный навес. Навес-удар. Но Джанаев переводит на угловой. Это последний шанс Уфы забить и сравнять счет в этом матче. 1 минута всего лишь добавлена. Итак, навес. И Канга! Сейчас спасает свою команду от забитого мяча. От пропущенного мяча. Еще один навес. Джанаев. Выносится мяч из штрафной. Нова скинул на Полоза. Полоз направо. Азмун. Ворота-то пустые. Беховцов прерывает передачу. Хотел я закинуть мяч в ворота. Но уже это не важно. Потому что Ростов побеждает у себя дома. И если так все и закончится, то он приблизится к ЦСКА на 3 очка. И будет разница всего 3 очка. 3 очка по сравнению... Ой, я уже заговорился. 36 у ЦСКА и 33 будет у Ростова. Если Ростов, конечно же, победит, как у меня прогнозы. Обалдеть. Просто обалдеть. С вами был Time Games. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем уже до завтра, до Лиги Чемпионов. Всем пока!